Россияне пытаются сделать так, объяснить всему миру, что это их контрольная территория. И, в общем-то, украинцы сами даже отказались от этой территории. Что на сегодняшний день происходит? Так званые блокады. Банковские блокады. Мы знаем, что там нет никаких банковских, даже российских банков там нету. Это блокады связаны с транспортировкой. На сегодняшний день, по моим заявлениям, 10 кораблей задержано, 4 арестованы, один уже конфискован. Соответственно, желающих пойти в Крым не так уже много. То же самое происходит и в экономической сфере, потому что нарушение международных санкций и влечет за себя достаточно серьезно и ответственность не только у нас, а на Западе. Поэтому они пытаются сыграть на что? На то, что деньги решают все. То есть мы вам дадим дополнительный заработок, а вы взамен будете нарушать санкции. Поэтому в данном случае, я думаю, что это очередная попытка как-то завернуть какие-то такие идеи, но де-факто я уверен, что им не получится.